Ну, вначале, может быть, у нас был тяжелый старт, но потом мы сумели перестроиться, наладили свою игру и выиграли. Хорошо, что победили. С твоей точки зрения, у игры вообще был шанс переиграться, Ну забросить да, счет? конечно, там, в принципе, здесь у мужиков каждый момент ключевой, и поэтому, может быть, если бы кто-то в каком-то моменте по-другому сыграл, все могло бы перевернуться, но получилось как есть, хорошо. Ты очень хорошо себя показываешь в болидах, но вы как-то тренировали в Северной Америке там? Да не сказать, что особо, просто как-то всегда после буллитов, ну, после тренировки хотел остаться на буллиты, там тренировался с ребятами. Удовольствие получал от этого, и вот не зря получается. Несмотря на то, что у вас вчера не было старта в составе матча с «Авангардом», вы все равно, ну, часть команды. Подскажите, что не получилось в третьем периоде, потому что первые два периода вы сопротивлялись, играли на равных с «Авангардом», а в третьем поплыли. Ну, я думаю, что ключевой момент тут был гол, третий за 5 секунд до конца второго периода. И после этого вышли и сразу же, опять же, в самом начале получили гол, и после этого, может быть, немножко, ну, не свою игру играли уже в третьем периоде, и силы, наверное, уже, потому что мы играли до этого игру, как бы, как-то две игры подряд, 2 дня, это не так уж просто играть, и вот на третий период не хватило, вчера, сегодня хватило. Евгений, Да. отлично себя проявляете на предсезонных играх. Спасибо. Готовы уже вытеснять Юхумецова со стартового состава? Ну, что тут сказать. Я буду играть и столько, сколько мне доверит тренер, и буду стараться показывать свой максимум на каждой игре, а там посмотрим, это не мое решение, как бы, кто будет играть, но я обещаю, что буду показывать свой максимум каждую игру. В этой игре, ну, вы одержали первую победу, ну, поздравляю, во-первых, конечно, и Спасибо. что вы сумели изменить по сравнению с предыдущими играми? Может быть, настройка это была другой или тактическая установка? Расскажите, пожалуйста. Ну, если честно, у меня уже была одна победа с «Динамо», когда мы в Москве играли, но, в принципе, готовился так же, как к каждой игре, как спокойно. Старался не думать о том, против кого играю, просто был фокусирован сам на себе, и вроде получилось все хорошо. Что можете пожелать болельщикам Амура перед стартом регулярного чемпионата? Пожелаю, чтобы, ну, как всегда, всего самого наилучшего, почаще видеть вас и побольше на трибунах, и у нас все будет хорошо. Спасибо.